Он выбрался? Никогда не думал, что встречу такого, как ты. Это было рискованно. Да, очень. Кого-то он мне напомнил. Если так, то нам стоит поторопиться с этой встречей. То есть вы согласны, доктор Золотов? Навык. У нас есть общая цель. Я не вижу тут проблем. Тогда мы будем ждать. С вашей помощью нам удастся добиться прогресса по проекту «Фронтир». Передавайте привет командору Айзенбергу. Подслушивал? Как нехорошо. Ты работаешь на Невек? Проект «Фронтир» — это масштабный план по терраформированию планеты. Мы хотим сделать ее теплее, чтобы людям было здесь комфортно. Терраформирование? Это невозможно! Я уже давно искал способ согреть планету и дать надежду людям, которые ютятся на этих камнях. У меня та же мечта, что и у Невек. То есть борьба с акридами — это лишь прикрытие? Ты лгал Луки и Рику? Нет, они меня понимают. Тебе надо отдохнуть. К утру я проложу маршрут на завтра. Это будет нелегкий день.
Синхронизация завершена.
Атакует! Не дайте ему уйти! Желающиеся окрестности, они
Операция завершена. Включение. Специализация. Операция завершена. Включение. Специализация.